ткацкий станок, на котором производили полотно разной фактуры, один из наиболее интересных объектов музея «Столярная мастерская». Ткачество в 19 и вплоть до середины 20 века было одним из самых распространенных занятий в зимнее время. Им занимались в основном женщины. Симбирянки в качестве нити основы часто использовали шерстяные нити. В результате получалось смесовое полотно из хлопка и шерсти, которое шло для дальнейшего использования, то есть для шитья одежды или на продажу. Особое развитие ткацкий промысел получил в двух волостях Симбирской губернии – Языковской и Урено-Карлинской. Также этот промысел был широко развит в селе Промзино Сурское. Там мастерицы ткали особую ткань, которую так и называли промзинка. Эта ткань использовалась для шитья рукавов женских рубах, сарафанов, платков. Продавали свои изделия ткачихи в основном на ярмарках или сбывали перекупщикам.